Так, вот покажу чуть-чуть вот стройка как происходит. Здесь вот залитый фундамент будущий дома. Вот из чего, то есть я не спец по стройке. Вот из чего стены созданы. Просто многие говорят, что в Америке дома строят из гипсокартона. Вот это не очень похоже на гипсокартон. Вот. Так что такие дела. И вот там идет строительство на разной стадии. Вот здесь готовое. Вот строят. Видно. Должно быть видно. Вот. Единственное главное отличие, что во Флориде нет, как бы это сказать, что подвалов. Вот, так это и скажем. Потому что как бы Флорида очень лежит на уровне океана. И для того, чтобы подвал здесь построить, здесь его нужно так гидроизолировать, что эта овчинка выделки не стоит. То есть вы, конечно, сможете хранить картошку там до следующего урожая, но эта картошка будет на вес золота вам стоить. Так что как-то так. Спасибо за внимание.